Житель Нью-Йорка Найджел Данкли едет на работу. На плече складной стул, в руках два небольших чемодана. Что принесет день, пока не ясно. Но масса теплых встреч будет непременно. По дороге к месту, где я буду выступать, я всегда в предвкушении. Думаю о том, что произойдет. Ведь я встречаюсь со столькими людьми. У каждого свой характер, свой типаж. И это так весело. Настоящее приключение. А вот и так называемый рабочий офис, оживленный перекресток. А удивляет прохожих Найджел своими куклами, которые, как по волшебству, начинают разговаривать. Мужчина – чревовещатель. Людям нравится на меня смотреть, потому что им нравится то, что я делаю. А мне нравятся они, потому что они вдохновляют меня не останавливаться. Найджел выступает на улицах около 10 лет. Сначала пытался стать актером, но помешал дефект речи. Иногда хорошо, иногда не очень хорошо. В целом нормально, по крайней мере, хоть какое-то занятие. Прохожие чревовещателя хвалят. Я бы хотела пригласить его на дни рождения моих внуков. Думаю, просто классно. Он смешной. Я подумала, ого. А потом мы с куклой очень подружились. Она нравится всем. Видите, она просто притягивает людей. В перерывах между уличными выступлениями Найджела приглашают в ночные клубы и на частные вечеринки. Но вне зависимости от места, его цель всегда одинаковая. Просто выходить и дарить людям смех, улыбки. 1, 2.